Мы надеемся на крутое событие осени, что это будет масштабно, круто, весело, молодежно. И основной целью это все-таки показать историю города, рассказать про культурные достопримечательности нашего города. То есть... И, в принципе, знакомство с городом. Мероприятие будет совершенно бесплатное. Плюс участники еще получат призы за первое, второе, третье места. А все желающие совершеннолетние жители нашего города могут принять участие в нем. Подать заявку на участие можно через официальное сообщество библиотеки братьев Стругацких в социальной сети ВКонтакте.